Утро пятницы началось с выездного комитета по чрезвычайным ситуациям. Специалисты по охране окружающей среды, гидрометеорологи, первые лица города, специалисты МЧС и пожарные службы встретились неподалеку Красного Яра. В нескольких километрах от поселка на закрытом полигоне вспыхнул пожар. Пожар на Красноярском закрытом полигоне зафиксирован сегодня ночью. Очагов возгорания несколько. Со слов специалистов, пока точную причину установить невозможно. На месте работают соответствующие спецслужбы. Ну, одна из версий, ту, которую мы сегодня рассматриваем, это поджог, потому что именно вот и в прошлом году в это время произошло. Здесь версия либо экономическая, либо на сегодняшний день политическая. Мы прекрасно понимаем, что мы находимся в преддверии выборов, и с тем, чтобы дискредитировать власть, дискредитировать партию «Единая Россия», идут на всякие методы. Не исключают и версию самовозгорания. Сейчас все силы брошены на ликвидацию площадки задымления. Ночью на месте происшествия работал Чердаклинский гарнизон спасателей. К утру подключилась специализированная пожарно-спасательная часть. Сейчас тушение будет проходить следующим образом. То, что будет поданы стволы для тушения, для залива, так скажем, нескольких очагов, которые, как видите, сами наблюдаете, там два очага. Их сейчас затушим. Ну, думаю, в течение дня сегодня это все ликвидируем. Ответственным за противопожарные работы назначен исполняющий обязанности заместителя главы города по развитию городской инфраструктуры Сергей Гигерев. После полной ликвидации пламени будет усилена работа по решению дальнейшей судьбы полигона. Сейчас он находится в частных руках. Ближайшие 2-3 года городские и региональные власти с привлечением федеральных экспертов планируют перевести его в собственность региона, а затем полностью переработать и ликвидировать площадку. Рената Алиулова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.